4 человека погибли и 13 получили травмы в ДТП на дорогах Кировской области. Госавтоинспекции подвели итоги уходящей недели. Всего в регионе произошло 10 аварий. Все происшествия, которые зафиксированы в Кирове, были связаны с наездами на пешеходов. В ГИБДД советуют водителям быть внимательными за рулем, особенно в сложных погодных условиях – снег и дождь. В первую очередь необходимо соблюдать оптимальный скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям. Прежде чем совершить любой маневр, необходимо убедиться, что он действительно безопасен. Если есть возможность, откажитесь от поездки на дальнее расстояние.